Сотни тысяч цветов подарят волокжане любимому городу на юбилейный день рождения. Акция «Посади тюльпан к юбилею Вологды» стартовала в областной столице. С первыми участниками познакомилась Екатерина Олейникова. Матчмакер 250 розовые, конкуэра желтые 250, Сранклайф красные 250, Дарн Сноу белые 250. Еще 200 красных тюльпанов сорта «Гифт» и 300 сорта «Ред Пауэр». Всего около 1500 луковиц высажено сегодня на новую клумбу. Она появилась на пересечении улиц Притеченская и Козленская. На посадку вышли сотрудники департамента городского хозяйства. Тем самым дали старт акции «Посади тюльпан к юбилею Вологды». Мы присоединились к этой акции одними из первых. Вот на данном перекрестке высаживаем клумбу тюльпанов в количестве 1500 штук. Значит, ну и хотелось бы, значит, всех жителей, все организации города попросить присоединиться к этой акции и также украсить улицы города тюльпанами. Организации и предприятия уже откликнулись на призыв. Большинство высадят луковицы тюльпанов в эту субботу, в день общегородского субботника. У нас уже более 500 заявок на луковицу тюльпанов. Организации, предприятия города и просто жители очень активно подключились к данной акции. Многие управляющие компании уже будут высаживать в эти выходные в рамках общегородского субботника. Самая благоприятная погода для высадки тюльпанов. Они уже окрепли. Они уже набрали свою силу, они были высушены вовремя и будут зимовать в земле и весной проснуться и будут радовать нас красивым цветением. Провести такую акцию предложил вологодский бизнес. На предприятии «Цветы» вологжанам предлагают приобрести тюльпаны по символической цене – всего рубль за штуку. Высадить цветы нужно на одну из клумб областной столицы. Городские власти идею поддержали, ведь каждую весну вологжане объединяют усилия, украшая город цветами и зеленью. И в юбилейный для Вологды год, в 2017-м нашему городу исполнится 870 лет, в областной столице распустятся настоящие цветочные ковры. Сотрудники сельхозпредприятия тоже приступили к посадке. Одна из самых масштабных цветочных композиций из тюльпанов появится здесь, на площади Дрыгина. Впервые в Вологде флористы применят технологию «Голландский ковер» и высадят более 100 тысяч луковиц цветов на 4 огромных клумбах общей площадью 300 квадратных метров. Посадить тюльпан к юбилею Вологды могут все желающие. Все подробности можно узнать по телефону 72 15 34. Екатерина Олейникова, Михаил Протасов, Вологда-Портал.